Вот еще одна темка про сборку мебели. Подъехал на сборку стол, чисто деревянный. Хочу показать обзорчик. Ну, так же, как в прошлый раз. Табуреточку, такой же принцип здесь вот. На вот эти вот стяжки. Оживляется гаечка, ну и шуруповертиком подтягивается потом все это дело. Все оно центруется, потом ровненько само. Ну, ровненько ставим, ровненько центруем. Усилия тоже регулируйте на шуруповерте такое, чтобы не вырвать вот это вот дело из дерева, вот из этих вот пазлов, которые напилены. Вот, протягивайте так. Ну, можно потом вручную еще дотянуть. У кого шуруповерта нету, конечно, это обойдется и простым ключиком. Вот видите, я его сейчас приблизил ножку. Тоже надо с чуткостью все делать. Дерево надо чувствовать. Вот такой вот столик, опять же, этот шуруповерт. Короче, формируется такой жанр — жизнь шуруповерта, жизнь шурика. Посмотрим, как он проживет. Уже давно достаточно он живет, ничего у него не просаживается. Несколько аккумуляторов. Я его как бы не сильно берегу, но и не сильно занашиваю, да. Но не изнашивается. Живучий крепыш такой. На сложных плотницких работах, это вот сейчас в данном случае это столярная работа, а плотницкая — это вот плинтуса, двери, все дела, окна там, строительство, тоже участвовал и вывозит всю коляску. Ну и вот, смотрите, вот прикрутил сейчас, все крепенько, люфтов нету, никаких щелей нет. Стол, вот видите, он вот тут вот поворотный такой вот, на вот этом основании поворачивается столешница и раскрывается книжка. Сейчас я покажу сам стол, столешница. Ну вот такой вот аккуратненький небольшой столик. Абсолютно прикольный. Вот такая столешница. И вот так вот он собран. Вот на этот вот деревянный каркас. Вот это тоже, кстати, дерево натуральное, что прикольно. Не ДСП. И дешевле, чем вот эта ДСПшная всякая дурацкая мебель. Вот я его открываю. Вот он, видите, как поворачивается. Вот так вот его в бок вот так уходит. Вот там до упора. И потом книжкой открывается. Вот я его, короче, раскрыл. Вот такой стадион получается большой. На дачу нормальная тема. На дачу или где-нибудь. Ну, такой нормальный обеденный стол. Крепенький. Вот, это пол у меня здесь неровный. Раскрыть, и гостей можно позвать, и нормальный стол. Сильно не люфтит, ничего у него особых щелей нету. Нормальный вариант. Вот такой механизм здесь, книжечка. Ну, петля такая, раскрытие. И вот он вот так разворачивается на этой столешке, на ножках, на каркасе. И становится вот таким вот. Получился обзор на стол. Вон те табуретки, которые я показывал, кстати. Подписывайтесь на мой канал. Здесь много чего интересного. Много советов. Всем удачи, всем пока.